Омские орлята объединяют жителей Тюкалинского района. Наверное, на эти дни мы становимся таким большим единым целым в силу того, что мы очень хотим поддержать свою команду. Объединяются и дети, и взрослые. На самом деле, наверное, это заметно по нашим трибунам, потому что говорят, что не во всех районах так болеют за своих хоккеистов. А мы, правда, мы на все матчи собираемся, мы очень любим за них болеть, мы их очень любим. Поэтому мы болеем до последнего, так же, как и им говорим, что играть надо до последней секунды, и болеем мы тоже до последней секунды. Как и в прошлом сезоне, в Тюкалинском ледовом дворце собрались команды Любинского, Исилькульского, Марьяновского, Крутинского, Москаленского, Саргатского районов и хозяева льда. Самоотверженно играли тюкалинские лисы, но соперники у них тоже были не промах. В напряженной игре за пятое место они шли на равных с москаленской элитой. Исход встречи решился в серии буллитов, что на турнире случается весьма нечасто. Несмотря на то, что местная команда уступила в этом матче 2-3, их вратарь Максим Смирнов за отличную игру был признан лучшим по итогам третьего тура. Москаленцы, ставшие в итоге пятыми, тоже по достоинству оценили соперников. Обидно то, что не заняли там другие места, но с Тюкалинском вот за пятое-шестое место мне понравилось играть. Думали, проиграем. В играх сильнейшей четверки главной интригой стало распределение третьего и четвертого мест. На бронзу претендовали марьяновские «Мустанги» и саргатский «Сибиряк». В завершающих играх обе команды уступили лидерам из Любинского и Исилькульского районов. Поэтому решающей стала их встреча между собой. Для меня это турнир запоминающийся. Мы могли выступить лучше, немножко не хватило где-то сил там, не так сыграли. На последнюю игру за третье место как настраивались? Ну как на финал. Для нас было как золото. Что касается лидеров третьего тура, то уже по итогам второго дня игр в Тюкалинске стало ясно, что на финал в марте сюда вернутся Любинский «Колос» и Исилькульский «Форпост». Конечно, ехали сюда, чтобы попасть в финал. Вот, тренировались, готовились. Вот, ребятам все понравилось, как бы выступили тоже достойно. Как бы и соперник тоже играл хорошо. То есть легких побед не было. Тяжело приходилось все-таки работать. Вот, трудом и потом заработали победы. Главное – выход в финал. Путевочка. Конечно, спасибо Евгению Евгеньевичу Шастину. Вот этот турнир, это детский, это праздник. Вот это праздник. Три дня здесь все общается хорошо. Самое главное общение, это в жизни пригодится. Ну а спорт побеждает сильнейший. Но на последнюю игру хоккеисты настраивались как на решающую. Ведь именно она должна была определить, кто станет обладателем золота.
Мы с самого начала шли к этой цели, не смогли достичь ее. Но за счет командного духа, из-за всех мелочей в раздевалке, как мы себя вели, как в комнате себя вели, из-за дисциплины. Какие эмоции вам дарит турнир «Русские орляты»? Хорошие. Здесь сплачивается вся область. С другими ребятами дружим. Ну и команда сплачивается за счет турниров. Мы долго очень готовились. Начиналось все хорошо. 4 игры, 4 победы. Но за первое место мы чуть-чуть не доиграли. Не ожидали, что соперник будет такой сильный. И, наверное, от волнения мы проиграли. Будем готовиться и в финале постараемся их выиграть. Финальные игры в этом сезоне также состоятся в Тюкалинске. В середине марта сюда съедутся 8 сильнейших команд, чтобы вступить в борьбу за главный трофей турнира – переходящий кубок омских «Орлят».